Прежде всего нужно принять себя таким, какой ты есть. Полюбить себя со всеми плюсами и минусами, потому что когда тебе кто-то сказал, что это твой минус, ты начинаешь это в себе подавлять. А это рождает в тебе агрессию, злость, ты ходишь хмурый, депрессия. Ты себя принял? Ну ты такой. Ну что поделать, я такой. И в этом состоянии рождается любовь. И когда есть эта любовь, все вокруг начинает трансформироваться и меняться. Ты начинаешь по-другому относиться к людям, к жизни, к работе, к семье. И там, где ты так относишься к этому, приходят деньги, приходит энергия, приходит везде зеленый светофор. Именно по жизни. И когда мы будем так относиться все вместе к жизни, будущее нашей страны и всего мира, оно изменится. Появится некая новая раса. Раса добрых, счастливых людей, чего я всем искренне желаю.